Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? В этот день уже новое обновление с Weather Report и RHCP New Universe, поэтому ждем. Мне еще сегодня вам второй ролик дропать. А, пока что Shadow of the World. И, пока не начали, у меня две новости. Первое, это то, что я хочу покорить цель в 100 тысяч подписчиков как можно скорее, как мы покоряли полтинник. Также хочу проверить вас на стойкость. 1000 лайков за 8 часов. В силах их формить? Раньше мы и не такие цифры набирали. Вторая новость заключается в том, что победителем в конкурсе становится вот этот молодой паренек. Жду обратной связи и поздравим его с обретением нового скина. Спасибо каждому за участие. Ну и человые парни, которые не выиграли, без тильта. Это не первый и не последний розыгрыш. В общем, очень хочу сотку цифру на канале. Что такое Shadow of the World и почему он все-таки имба в любых руках? Думаю, каждому понятно, что это первый стенд, который может почти из любого станмула сделать эскейп, что дает владельцу получать в 2 раза меньше урона от ошибки, чем на любом другом стенде. У СТВ все завязывается на кнопке Е, стенд комбо. Уникальнейший скилл из всех стендов в плейсе. Пока что. Вот как выглядит самая дефолтная комбо на СТВ без участия стилей. Так, теперь, с какими стилями я хочу играть на этом стенде? Для СТВ я беру в этом Меднозембре, Хамон Джозефа и Вампиризм. А знаешь почему так? Потому что ты до сих пор не покупаешь робоксы на Рубай.GG. На этом сайте вы можете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоят 275 рублей. Рубай имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. Еще на сайте Rubai.GG вы сможете получить робоксы бесплатно. Просто делись с друзьями своим промокодом и получай робоксы с первой покупки твоего друга. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 300 тысяч робоксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть робоксы, выполнив простые условия для участия в нем. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, лучший курс на рынке, моментальная отправка робоксов после оплаты и круглосуточная работа сайта – все это на Rubai.GG. Ссылка на сайт будет в описании. Так, ну как я и сказал, хочу сыграть в этом ролике за 2 стайла с этим стендом. Сначала мы начнем с Хамона Джозефа, потому что на нем я больше всего практиковался, а на вампе я не играл вообще ни разу нахер. Так, ладно, пора оформить вам билдяру, не буду затягивать. Ну что ж, как я говорил, батюшка Колизей, встречай. Так, и насколько сильно у нас соперник, это первый файт, и очень интересно проверить, как этот стенд будет справляться со стендом того же типа, что и у меня, ну типа СТВ плюс СТВ. Но это у нас обычный спаммер, который хочет меня словить на ошибки. Ладно, мы его ловим первыми, я понял. Красавчик. Красавчик, ты сделал все правильно. Он мне почти половину хп снес одним скиллом. Ладно, ты... Захотел со мной общаться, вот так вот, значит. Не на добром, да? Хорошо. Значит, мы с тобой тоже будем общаться не на добром. Бомбу я тебе сделал, конечно, но хп ты мне тоже нормально снес. Баражишь. У тебя другого выхода нету, чтобы баражить, да? Попали? Отлично. Пам. Тихо, добьем. Хорошо, добили. Это, конечно, я испугался в первый раз, когда он меня зафигарил. Но ничего страшного. Идем следующий. Ух, простите меня, пожалуйста, юзеры других стендов. Кстати, я еще ни разу не видел людей, которые могли бы контрить этот стенд. Ну, они пытаются баражом, идем из стенд. Но это бокс, это что-то странное уже. Я не спел, бля! Блок.
Понял. Блять, ну тестить это пиздец. Бам. Блять. Ебать, он бал мне. Или это она, не знаю. Я, наверное, открываю потерявшую семью, умру, поэтому я тоже ресетнусь. Непонятно, как это играть вообще против такого же юзера. Это прям, не знаю, ну явно не весело. Ну явно это не весело. Но это явно не весело, блять. Я попал, отлично. Ага, тут я не попал. Пожалуйста. И я нужно батить на каунтере, думаю. Блять, не успел. Ножи. Блять, похуй всем на каунтер. На каунтер всем пофиг. Я первый! Я знаю, что она хотела просто тестнуть. Поэтому лучше я это сделаю. Не. До свидания. Ставим блок. Понял. Блок. Ножами, хорошо. Ладно, хотя бы так. Но это игра блоков просто, если ты играешь против такого же человека с СТВ. Здесь никакого комбо у тебя не получится, потому что у вас двоих есть escape move. Поэтому, блять, да мне эта карта уже честно. Почему его с боксом используют? Хороший вот этот вопросик для меня. Понял. Парень. Да ну нахуй. Нет. Ого. Хорошо. Что-то странное. Когда я дерусь против таких же людей, я ощущаю себя очень неполноценно. Не знаю почему. Это куда мы? Подождите. Не-не-не-не-не. Нет! Нет! Ой, блядь. Да как вы меня заебали с этим любым эскейп-мувом. Ебать. Иди сюда. Я попал? Я не хотел. Нет. Да. Все, закончили. Против меня Мадара Учиха. Вот это сейчас будет шаринган. Так, дядя, не надо. Кто у тебя? У тебя Крым. Крым сразу решил на свою комнату съебаться. Так, ну мне что остается? Только вот это делать. Здесь у тебя не вампиры, я понял. У тебя хп, у тебя хп, дружочек, накачано. А это значит... У тебя вампир, блядь, все-таки, да? Ой-ой. Что ж такой медленный? Так. Ого. Вот это нихуя. Парень у нас не блокирует ничего. Ну просто похуй. Как ты попал, блядь? Ну это, я считаю, нечестно. Да, блядь, он съебался в комнату. Ну что ты пытаешься выжить, парень? Я же тебя сейчас каунтером добьюсь, ты попытаешься на меня напасть. Угу, каунтер не сработал, я понял. Все, иди нахуй. Вообще у меня в планах было сыграть 4 боя, но так как этот бой был максимально скучным, будет 5. Надеюсь, этот бой будет поинтереснее. Это уже Гер. Я думаю, это хоть что-то, и он активирует моментально Awakening. Зачем Awakening сразу? Непонятно. Я успел, отлично. Ебать, урона у тебя! Слышишь, полегче будь, а ну-ка стоять. Ёбаный... На меня ж такое не работает. Блять, ебать этого стенда урона. Просто бой закончился за каких-то пару атак. Ну что, Lazy Light, если узнал, спасибо за бой. Селфи, ладно. Что ж, Вампириус Абракадариус, давайте на меня масочку натягивайте. Ай, блять, так, в моменте берем зонт. Если что, он покупает у меня скипе. А именно вот этого чубрика. Ну и полетели. Для начала прокачаем себе хп. Вернее, персонажа. И сразу же пойдем купим стили. Готово. Так, теперь крошка-вампир. Что по билду? Почему я не понимаю, как играть за вампира, вот. Окей,
Вот это обязательно качайте, ну, если у вас раса вампира и спек вампира, потому что при кликах вы будете получать кровь, которая будет вас хилить. Если у вас какой-нибудь другой спек, кроме вампиризма, то вот это вот качать просто бессмысленно. Так, теперь нужно главное научиться понимать билд с вампиризмом и СТВ. Так, ага, это хамончик. Я не перебиндил скиллы, это очень плохо. Это прям пипец. Ай, сука. Ай, блядь. Так, до свидания. Теперь он это делает. Это было очевидно. Бам-бам. Бам. Ну, я бессилен сейчас играю, потому что я забыл все перебиндить. Блядь, просто все забыл перебиндить. Ёханый бабай. Так, это... Ого. Да ты у нас снайпер, пацан. Давай отсюда. Ахере. Бам. Не бам. Ну и как последняя падла. Она решает тестать под... Ну, под конец своей жизни. Падла. Давай, все, до свидания. Это раз. Это два. Это три. Нет, это вот так вот даже, да. И вот это вот В. Во, все. Теперь я готов к следующей битве. Охуенный никнейм. Надеюсь, для охуенного боя. Ух ты же, блядь. Вот за это я буду наказывать, кстати. Кто так делает? Так, пацаны, куда это на? Далеко собрался? Далеко собрался? Ты ж, блядь. Ух ты же, блядь. Ой, ты... Нет, никаких спинов у тебя не будет. Никаких крутящихся шаров у меня в животе сегодня. Нет, нет, нет. Слабенько. Еще один бой. Заварка. Я заварку люблю. Не. Бам. Не откинул. Блять, откинул. Ах ты ж сука. До свидания, escape move юзаем. И ты ко мне не подходишь больше. А парень подойти очень хочет, я вижу. Отлично, блок. Не прожал, сука. Ой, хорошо, я попал. Успам, охуеть, Ой, надо убегать, надо убегать. Успам, да-да. Так, давай, escape move юзаем. И отлетаем. А ты попробуй на этом стенде с вампом поспавим для начала, чтобы такое писать, кстати говоря. Опа, вот это было неплохо. Ну какой толк, блядь, ты стоишь в блоке, парень. Конечно, это единственная контра этого стенда. Но есть вот такие вот приколы, которым похуй немножко на блок. Так, давай сюда. Вам. Угу, ладно, он решил просто ресетнуться. Ну ничего страшного, мы его тоже понимаем. Никакой победы, нужно делать все самому. Хорошо. Даже такие способы в виде ТС хороши. Ого, блядь, да где мой скилл, блядь? Так, подожди, подсосем. Блядь, вот так вот, суперхуман барейдж, раз. Потом мы подходим к тебе. Еще пососать надо, но не получается. Так, ты знаешь, что уже баражить можно, нет? Нет, он этого не знает. Ого, блядь, вот это подловил. Так, неудачный родоруллер, мы вас скипаем отсюда. Так, и давай уже перейдем. Блядь. Как дерется, сука. Воин. Воин, ну ты почти убил меня. Шо такое? Прикольно. Никаких баражов. Бам. И бам, да, хорошо. Что-то в этом есть, что-то в этом есть. Блок? Не блокает, сука. А все, давай. Против меня сейчас будет драться мотоцикл Кавасаки. Ну шо ж. Ну давай. Нет, не Ардин. Это его копия и вообще это не я. Нахер. Так, Magician Red. Хорошо, нахуй я к нему сейчас подошел? Вот это был вопрос хороший. Бам. Ух ты ж, блядь. Я ждал, что это ты юзнешь. И бам-бам-бам-бам-бам. Мы драться будем сегодня, или мы будем просто стоять на месте?
Пока непонятно. Это очень круто, что вы фанат. Ну, давайте фанатизм оставим после боя, пожалуйста. Ну, я всегда повторяю, всегда говорю. Если вы деретесь, и если вы идете в Колизей, то вы деритесь, Они вот это, блядь, делаете, ты куда? Не, у парня вообще интернет. Но... Опа, не повезло. Поражить было не обязательно, ну и все, заканчиваем. Кавасаки меня не удивил. Надо нормальный бой. Теперь, пожалуйста, сделайте этот бой красивым. Это зеркальный обратно бой, ёпта. Ого. Нет. А, да, точно. Да, бля. Лок. Есть контакт. У меня же тоже вампиризм. Ёханый бабай. Ёханый бабай. Угу. Ну что это такое? Ну ты меня расстроил вообще, пиздец. Не хотят со мной драться? Просто не хотят. Я играю в One Piece. Хорошо. А что ты тут делаешь? Так. Ух ты, блядь, Анубис я не люблю. А слово... Вообще. Что, ебанул, ты что думаешь? Я на такие приколы буду вестись. Когда ты недооцениваешь соперника, соперник начинает побеждать магическим образом. А ты меня, я вижу, пиздец как недооцениваешь. Кстати, я даже не знаю, какой у тебя стиль. Интересно было бы узнать. Подходи ко мне, давай, блядь. Попал хорошо, парень. Урона неплохо. Ух ты ж, блядь. До свидания. Первый килл есть. Еще хочешь, да? Ой, блядь. Надо отключить, наверное, камеру шейк, но хотя... Ой, хотя... Хер его знает, может, не буду отключать. Ого. Не боится каунтер использовать. Пошел ты нахуй со своими блоками, блядь. Почему я так остро реагирую, когда меня блокируют? Потому что СТВ контрится только блоком. Больше ничем он не контрится, к сожалению, пока что, потому что его escape move делает все дела за вас.